У меня иногда спрашивают, какой движок взять для эксперимента. Ребят, я и сам не знаю. Вот, давайте посмотрим на практике. Вот у меня два диска. Оба Seagate, оба Barracuda 7200. Этот 500 гигабайт, этот 120 гигабайт. Интерфейс у обоих IDE-шный. Движки. Давайте посмотрим. Вот здесь точно видно, что это отдельный движок, поставлен в корпус. И мы видим вот здесь выход винтов, которые крепят этот движок. Другой, скорее всего, является частью, ну, вмонтирован в корпус. Статор – это часть корпуса жесткого диска. Мы сейчас разберем и посмотрим. Сами диски, информацию по дискам посмотрите вот здесь. Это первый диск. Вот он с обратной стороны. И это второй диск. И это он с обратной стороны. Давайте начнем вот с этого диска. 500 гигабайт. Ну, как и положено, снимаем крышку. Зрелище немножко скучное, поэтому я, естественно, ускорю его. Казалось бы, все, но еще не все. Вот у нас здесь должен быть секретный винтик. Вот так мы его открываем. И также откручиваем. И теперь можно снять крышку. Крышку сняли, пыль полетела на диск, но мы его уже, не будем использовать. Продолжаем нашу разборку. Да, пожалуй, изначально надо было снять контроллер. Сейчас я это сделаю. Я сниму контроллер. Ну вот у нас он, контроллер, и контакты, которые идут внутрь диска. Чуть надавливаем на контакты, и он выпадает. Точно. Все, что мне надо, это мы добираемся до него. Эта часть стоит на мощном неодимовом магните. Сейчас мы ее достанем. Вот так. Магнит приклеен, и, в общем, хотя сейчас проверим. Сам он держится не своей массой. Очень мощный магнит. Под него засовываю нож, скорее всего, он сломается. Нет, он не сломался, он был подклеен слегка пальцами, его вот очень трудно отделить. Вот я его снял. Это просто у нас часть шасси металлического. Нужна она нам или нет, я думаю, не нужна. А вот магнит можно куда-нибудь использовать, но опять же, это уже, ребята, ваши желания, проблемы и все прочее. Дальше. Разбираем дальше. Странно. Винты эти, по идее, должны быть не магнитные, но вот он даже чуть-чуть магнитится. Нет, ничего не поднимается. Можем отвести головки. Ну, попробуем снять диски. Диски прокручиваются, поэтому я по одному винты сначала ослабляю, а потом откручу. Это у нас крышечка сюда же пойдет. Вот наш первый диск. Я хочу сказать, что непонятно, что это, алюминий или кремний. Может быть, просто перевернуть, и гравитация нам поможет. Вот мы видим наш двигатель, то, к чему мы стремились. Двигатель хорош, но вся вот эта часть, это ротор. Все, что видите, белый металл, это ротор. Статор закреплен на корпусе, и, скорее всего, вот здесь что-то вроде эпоксидки. Все это залито и в виде платы прям приклеено к корпусу. Понятно, что такой двигатель нам не подойдет. И эти жесткие диски вот с такой конструкцией можно просто игнорировать. Вот это ответ на первый вопрос. Можно ли подобный диск использовать или нет? Подобный диск использовать нельзя. Приступим ко второму диску. Посмотрим, что там. Сразу покажу параметры еще раз. Диск вот такой, и движок у него выглядит вот так. Снимем верхний магнит.
все головки можно вывести в крайнее положение и открутить вот эти винты. Так, ну вот, можно снять крышку. Затем можно снять блины. Самое простое — это снять ее гравитации. У нас ушел первый блин и шайба. Так, второй блин у нас держится вот этой штучкой. Отводим в сторону, и все, она не мешает. Отводим головки и пытаемся снять еще один блин. Он спокойненько у нас слазит. Все. Вот у нас движочек наш. Давайте мы его открутим. И теперь его можно вынуть. Вот он. Вот то, что нам надо. Вот такой у нас движок с этой стороны. Вот так он выглядит. 3D модель я помещу, наверное, в описании к этому видео. И ее можно будет скачать и использовать. Вот так он выглядит снизу. Это 3 контакта, которыми можно подавать питание. И у вас четко закрутится 1015 этот движочек. И экспериментируйте себе на здоровье. То, что мы хотели, мы получили. Это движок. Я буду с ним экспериментировать, подключу и вам покажу, как это все работает. Дальше. Возможно, кому-то это видео стало полезным. Они захотят увидеть, как можно разобрать другие жесткие диски. У меня есть вот еще 2 жестких диска. Вот такой. Это Western Digital. И мы видим, что здесь движок съемный. То есть его тоже можно использовать. Диск старый, 100 гигов, и тоже ИДЭшный. По крайней мере, на старых дисках можно. Вот это новый диск Western Digital, 2 терабайта. Здесь, как мы видим, движок уже несъемный. Перспективы извлекать всю жизнь движки из жестких дисков никакой. Тем более, что скоро их заменят на SSD накопители. Ну вот пока есть у вас возможность извлекать из старых дисков такие моторчики, ну извлекайте. Какие-то самоделки можно будет сделать. Если вам захочется посмотреть разборку этих дисков, напишите, пожалуйста, под этим видео. Я их разберу на камеру, если кому-то интересно. Пока на этом я заканчиваю. Хочу сделать небольшой анонс. Вот у меня уже устройство. Ну, в общем, интересный у нас будет анемометр. И мы проведем эксперименты с нашими вентиляторами и жестким диском. Это будет в следующем видео. На этом заканчиваю. Всего доброго. Будьте со мной, будет интересно.